Национальные проекты – это приоритетные направления развития страны, принятые до конца 2024 года. Среди нацпроектов существуют программы здравоохранения, образования, демография, наука, культура и другие. Благодаря им в Краснодарском крае строятся новые школы, спортивные объекты, финансовую поддержку получает малый и средний бизнес, фермеры и изобретатели. Сейчас кассовое исполнение нацпроектов на Кубани составило порядка 36 миллиардов рублей. Лучше всего в крае справляются с достижениями показателей по нацпроектам. Проектом «Производительность труда». Он выполнен на 97%, малое и среднее предпринимательство на 93%, безопасные и качественные дороги 92%, культура 86%. У нас не так много у нас проектов. И если взять на весь край, то это счастье тем районам, где мы реализуем у нас проекты. Если счастье вам выпало, коллеги главы муниципальных образований, воспользуйтесь этим счастьем, воспользуйтесь. А вы объясняете, какие-то находите. Никакие объяснения никому не нужны, и людям тоже. Еще раз подчеркиваю, это президентские у нас проекты для людей, для жителей нашего края. А вот самые низкие показатели освоения по проектам образования – 45%, жилье и городская среда – 58%, цифровая экономика – 66%, демография – 71%. Руководители профильных министерств, нарушившие сроки, взяли на себя ответственность за исполнение обязательств – выполнить работы без срывов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.